Привет, привет, мои дорогие, как у вас дела? Все хорошо? Мирабалар, нас СНС, имя СМС. Смотрите, какую красоту я нашла в магазине. То есть нашла такой магазин, где такая красота есть. Вообще шикарные девчонки, такие наборы. Джанларым имя СМС. Бюлюби. Девчонки, в общем, я зашла в этот магазин, здесь продается посуда. Вот, и в основном посуда, ну, в общем, все для стола там и для, ну, в общем, посуда, так скажу. Смотрите, какая красота. В общем, цены от 500 лир. 500 лир цена здесь. Такой магазин. Ну, не дешево, конечно, но реально хорошие такие наборы, да, смотрите. Это кофейные все наборы. Просто прелесть. Вообще красотень. Кошмар. Я прям такая, пока снимаю, уже там, в общем, у меня радости столько. Ну, не везде же встретишь красивую посуду. Вот такой вот набор тоже классненький такой, смотрите. Джанларым böyle bir магазин, дюкен gördüm. Yani bir çekeyim dedim. Çok güzel, güzel, güzel. Valla. Смотрите, какие стаканчики здесь интересные. Формы интересные. Кстати, есть здесь такой же стакан, помните, как у меня с... Этот, как слоник, да, с носиком. Тоже есть такой же стаканчик здесь. Смотрите, какие наборы. Какой хочешь на выбор. Кофейные наборы. Есть и вот такого плана. Только для двоих. Ну, то есть, эта чашечка. Есть и вот один. Ну, разные. В основном по 6 штук в наборе. Вот. Ну, есть по 2 там в наборе. И еще по одному есть в наборе. Вообще классно, просто. Думаю, а я еще попросила, говорю, можно, говорю, снять видео? Они такие, да, конечно, можно. Но у них там играла музыка, конечно же, и мне пришлось без звука снимать. Думаю, ладно, потом придется озвучивать. Вот, смотрите, какие наборчики. Вообще шикардос. Но честно скажу, девчонки, я в этот магазин заходила где-то пару лет назад. Но здесь не были такие космические цены, и здесь не было такой хорошей посуды. Вот. Была посуда, ну, такая, да, вот средняя посуда. Ну, опять же, все нужное для дома. Ну, вот, вот такого плана, вот, попроще были. А сейчас у них появились прям такие, ну, сейчас мы дойдем до этого тоже. Красивая посуда реально появилась у них прям. Они, ну, улучшили свой магазин. Достаточно, ну, так нормальненько. Вот такие тарелочки. Ну, здесь вообще много красивой посуды, да. Я бы домой набрала, конечно, такую посуду, но я бы хотела, если честно, взять набор. Набор там, насколько, 48 персон, да, там есть 60 персон вроде, или там сколько. Ну, какой-нибудь такой хотела взять. Вот, ну, кофейный набор мне нужен, девчонки. Кофейного набора у меня нету, честно скажу, нету. И кофеварки-то у меня нету. А вот, турецкое кофе я особо не пью. Пью только, ну, такое вот наше стандартное, да, кофе. А вот, ну, то, что мы привыкли пить. А вот, такие есть еще футбольные команды у них. И здесь уже относительно футбольных команд названия, такие есть кружки. Здесь есть такие стаканы. Ой, стаканов столько видов. Все разные, красные, такие красивые девки. Ну, если кому надо, отправлю. Без проблем. Посмотрите, какая красотень. Вообще. Вот эти стандартные стаканы. Вот. Ну, вот эта марка, она недорогая. Ну, такие вот тоже кружечки есть. Как бочонки, да? Вот. Кстати, здесь я купила себе кружку такую, как, это, ну, как новогодняя кружка, в общем, можно сказать. Ой, зашла, думаю, поснимала. А, еще купила один стаканчик вот такой вот. Ага, вот такой вот. Этот один стакан я купила. Для чая он такой и не маленький, и небольшой. Средний размер. Мне понравился. Вот. Такие виды кружек, в общем, разные виды кружек. Зеленая красивая такая. Красная, зеленая. А вот такие вот тоже стаканчики для мороженого есть. И вот здесь я увидела этот стакан.
с трубочкой, ну вот которая вместе с трубочкой, но она уже другой формы, маленькая. Так хотела ее купить, но она вообще не дешевая, да. То есть цена у нее такая. Я свои брала, помните, я вам говорила, почти по 60 лир вроде. Вот, смотрите, какой стаканчик. Он один остался, такой целенький, красивенький. Цена у него, сказали они, вроде 80 или 70 лир, что ли. Ну, дороговато мне показалось. Если была бы цена, конечно, хотя я свои тоже недешево брала, но как-то дороговастенько. Вот. Ну, конечно, если бы у меня не было бы этих стаканов, которые сейчас у меня дома, я их пару штук купила. Но я бы даже и не посмотрела на цену, и вот эту одну точно купила бы. Вот такие чайники есть, чтобы заваривать турецкий чай. Вот эти вот тоже для мыла, да. Кстати, недорогие вот они здесь. Я вот заходила в другой магазин как-то, там были цены космические. Здесь вот и красивые в то же время, и недорогие наборы для ванной. Здесь есть все, девчонки, вот все. Hershey var. Böyle bir iyi dükkan. Hershey var. Mutfak için yani. Sadece mutfak değil yani şey, misafir masası için böyle bir şey var. Güzel güzel. Девчонки, вот такие вещи есть. Но они, если честно, девочки, не дешевые. Вот честно. Они вот не дешевые. Но красиво. Вот такие, смотрите. Вообще прелесть, да? Просто прелесть. Вот такая сахарница. Ну, я бы, конечно, не отказалась от всего такого для гостей, да? Так раз, когда накрываешь такую поляну красивую. Красивая посуда, всегда красиво смотрится стол, когда все-таки все так. Вот такие вот есть тоже. Такие интересные, как эти клетки для птичек, да, только половина там. Чего только не выпускают. Вот такие вот есть двухэтажные. Но я очень бы хотела, конечно, такое. Вот это вот тоже интересная вещь. Но в любом случае, мне кажется, если брать, то надо попарно брать. Потому что стол обычно так же делаешь, парно, да, вот ставишь посуду. Такая красотень тоже, смотрите. Вообще, такие тарелочки. Прелесть. Чук взял, да, но я вала бен севьером, да, или вещей, ладно. А мы, я... Пирас палы гиби гельды бана. Вот эти вот, чтобы успокаивать нервы, наверное, я не знаю, это что такое, вообще такие интересные штучки есть. Вот. В общем, здесь столько всего, девочки, столько всего. Такой вот магазин. А он маленький, вы знаете, маленький магазин, но там столько всего вообще. Смотрите, какая красотень. Вот этих вообще не было у них раньше в магазине. Но цены, я вам скажу, девчонки, 500 лир. Вот почти 500, вот около 500 лир они поставили цены. Ну, как-то дороговато. Вот поставили цены дороговато. Ну, может быть, и... Ну, сейчас вообще с поднятием этих цен, да, вот раньше-то они стоили... Вот у меня есть одна такая посуда. Я ее вообще покупала, девочки, но... Ну, как бы вот сказать, не соврать, да, вот точно сумму не помню, но мне кажется... 70 или 80 лир я вот покупала, если не 60 даже. Вот как-то, ну вот в такой вот, где-то цена вот такая вот где-то была. Смотрите, какая красотень, девочки. Вот туда и фрукты, и печеные все поставишь на стол, как красиво это все будет. Вот такое вот есть, смотрите, это вообще красотень. Такие малепусечки, даже не знаю, что туда. Можно, ну, сухофрукты какие-нибудь покрупнее можно поставить. Ну, красиво, девочки, все очень красиво. Думаю, надо снять, чтобы мои девочки видели. Мне нравится такая посуда. Они есть вот в серебристом цвете и в золотистом. Ну, конечно, золотистая тоже красиво смотрится. Очень. Ну, у нас как бы у азиатов, да, любят, сами знаете, вот такое все. А вот у кого как. У всех по-разному, конечно.
Вот. Ну и также вот такая посуда есть попроще. Тоже вот эти вот, как у меня для конфет. Вот это мне вещь нравится для сока. Вот классная, сверху хрустальная такая. Ну, они тоже не дешевенькие. Вот такая посуда, такая шикарная. Матрешка. Вот. Я имею в виду один этот по объему, да? Вот. Так что вот такой вот магазин. Хороший магазин. Все прям хочется взять вот это вот основное, да? Ну, такие красотульки здесь есть. Вот. Я здесь приобрела только кружку для себя и стакан. И все. Вот как-то так, мои дорогие. А здесь уже касса. Это все для ключей именные. Брелки. Ну все, пока-пока. Целую вас. Тащикюредерем. Бай-бай. Мои дорогие, всем большое-большое, огромное сердечко и большой привет. Как вы поживаете? Все хорошо? Как у вас проходят новогодние дни? Гуля, кстати, хотела тебе сказать, что я тоже не отмечаю праздник, но я поддерживаю всех тех, кто это отмечает. Вот, так как я блогер, мне надо поддерживать всегда обе стороны. Вот, это относится к Гуле, да? Мерабаларна сасыңыз, иимисыңыз. Мы тоже ничего не отмечаем, но единственное, что я купила, конечно, какую-то мишуру, которая напоминает мне детство, и 6 игрушек, да, таких. Ну, конечно, не отмечаем. Ну, оно совсем, чтобы вот вышло из отсюда, не получается. Как-то так. И еще хотела сказать. Айгуль Набиулина. Если вам противно меня смотреть, вы вообще меня не смотрите, вы знаете. Я вот просто в шоке, как люди, которым противно смотреть, смотрят, да, пройти мимо не могут. Значит, все-таки не противно смотреть, и очень приятно, и включают, и смотрят, да. Вот. Раньше она была ухоженная, сейчас она не ухоженная. Ну, вот мы как-то такие, что делать, всем не угодишь. Какая была, такая есть, я не меняюсь. Вот. Если в ваших глазах я поменялась, значит, вы сами поменялись, я думаю. Поэтому вы думаете, что другие тоже меняются, как вы. Поэтому отпишитесь, не смотрите, идите дальше. Нас там много на платформе таких, очень много. И смотрите тех, кто ухаживает за собой и кто вам приятен. На самом деле я говорю просто от души. Не надо смотреть, кто неприятен, вы знаете. Этот негатив, который вы даже когда писали, да, он у вас был, он затронет вас. Вот эта обратка, вы, наверное, до сих пор не знаете, да, что есть обратка, бумеранг. Это все затронет вас. Прежде чем что-то писать, надо просто сесть, хорошо подумать. Если вы об этом вообще ничего не знаете, вы полистаете в Ютубе, там много об этом написано. Вот. И я думаю, что это будет полезно, чтобы в жизни у вас не были вообще какие-нибудь, ну, ситуации или неприятности, или связались с неприятными людьми, и потом это вам вообще много чего может быть в жизни. Вот. Поэтому, Айгуль, не смотри меня, ладно? Вот. Пишут всякую чушь, да? Пишут, потом стирают, потом пишут, потом стирают. Господи, я это все читаю. Как-то так. Вот, давайте попробуем кусочек каприза и кусочек Арктики. Кто-то писал, что меловое царство. Я сегодня немножко поболтаю, конечно, с вами, потому что, ну, совсем ничего не говорить, наверное, тоже никак не пойдет. А кстати, там есть у меня много болтаешь, которая написала. Я думаю, вообще телефон закрой и идите дальше. Вот. А это все для тех, кто меня смотрит, хочет смотреть, уважает, которых я ко всем отношусь одинаково. Всех вас ценю за то время, которое вы мне уделяете.
И благодарю вас за это, и всегда вам желаю всего самого хорошего, хорошие вы или плохие. Просто никогда не надо забывать, что если ты пишешь что-то плохое, то оно в любом случае тебя заденет и затронет. Считай, что ты это сама себе написала. Вот и все. Вот. Меловое царство, кто-то там написал, что это вообще, ну, я не хочу даже произносить это слово, но, в общем, это невкусно, и это нехорошо, и это, в общем, как-то вот так, да? Кому как, девчонки. Кто не любит сухие сорта, я вам скажу, для них меловое царство – это вообще ничто. Я любитель сухих сортов, поэтому там только сухие сорта. Это, там, наверное, единицы и жирные что-то есть, сорт какой-то, не знаю даже, сколько я заказываю. Я именно у них заказываю из-за сухих сортов. И мне это нравится, и я как-то уже давно их знаю. Я даже их знаю больше, чем Янюту. Вот, и поэтому я заказываю только у двоих, но там есть еще и относительно пиленого мела. Кто-то просил там у меня, они есть все ВКонтакте. ВКонтакте, да? Правильно сказала. Вот, там они все есть. Напишите «Меловое царство», вам выйдет. Напишите «Янюта меловая», она выйдет. Там все есть, все абсолютно. Вот, Олеся там Мелоедова вроде-то есть еще. Ну, их там много. Если хотите там, например, глину в город напишите, вы знаете, что в Киргизии есть хорошие глины, также орские глины тоже хорошие, казахстанские глины хорошие, да? Вы просто напишите казахстанские глины оптом, там вам все выйдут. Вы там уже выбираете сами себе поставщика, и все, и у него заказываете. Они, многие там продают оптом. Вот. Если хотите глину оптом из Бишкека, пишите глину оптом из Бишкека. Там выйдет вам тоже 2-3 человека есть, вот, которые продают оптом. Поэтому пробуйте, заказывайте. Я даже боюсь вам сказать, вот заказывайте у этого. Вот как я говорила, всегда заказывайте в меловом царстве, да, там у них вкусно. Это для меня вкусно. А там девушка написала, что это вообще, да, ноль, типа невкусно. Поэтому, видите, я говорить вам больше не буду, у кого я заказываю, что я делаю. То есть я скажу, что я получила от Янюты, мне это нравится. Но чтобы вы покупали у них, я это говорить, конечно, не буду. Поэтому дело вкуса. Для меня у них вкусно, а для вас может быть невкусно. Потом вы скажете, да, я вот по-твоему там заказала у них, там, не знаю, полмешка или два мешка, а оказалось, деньги ушли все на ветер, потому что мне не понравилось, понимаете, чтобы такого не было, и чтобы я не была виновата вообще в этом неприятной в этой ситуации, я не хочу говорить, чтобы вы покупали. Я буду говорить, что это мне нравится, и буду говорить, у кого купила. Я покупаю, ну, у всех же разные вкусы, девчонки. Я не люблю жирные сорта, твердые сорта. Вы уже, наверное, заметили. Я люблю помягче и напудренные, сухие. Это вот по мне. Вот. Я и никогда не любила жирные такие сорта. Когда я даже первый раз заказала, это для меня было, ну, шок. Я вообще была в шоке от красавчика, если честно. Я думаю, это что за камень? Вот, поэтому, видите, кому... А у многих, между прочим, многим нравится красавчик, насколько я знаю. Вот. Поэтому мы все разные. И я вот вам еще раз хочу сказать, выбирайте там. Там все люди продают оптом. Вот прям пишите оптом там. Или даже вы можете зайти к Янюте, там у нее спросить, кто продает там оптом глину. Янюта, если знает, она обязательно подскажет и скинет вам, у кого купить, да. И, ну, если кто-то другой, там все друг другу подсказывают как-то там все дружно. Не то, что вот так на каналах, да, могут писать неприятности, там такого особо нету. Вот, ну что, давайте приступим, да. Отступление. Ну, конечно, я бы хотела, чтобы это все прослушали, именно те Айгуля там. И вообще не хочу даже про нее говорить, и вообще не хочу, чтобы даже писала. Пишите, потом стираете, это я все читаю, вы знаете, да? Чтобы вы знали. Вот.
А так все для вас, конечно, я стараюсь. Но если вам не нравится, ну тогда не смотрите. Ничего не могу поделать. Главное, мне нравится, как я кушаю и как я смакую. И этот вкус божественный просто. Я это люблю. Я не люблю кушать быстро. А, кстати, хотела сказать, прокручиваю я почему? Потому что микрофон пищит, мне приходится прокручивать, чтобы он не пищал. То есть ускорять скорость, да? Вот. И в этом случае он не пищит. И когда у меня вот это вот начинает пискание этого микрофона, мне приходится просто, я вынуждена немного прокрутить. И, ну, бывает иногда от начала до конца, бывает до середины, если вы заметили. Вот, а потом уже нормально. Ну, к сожалению, вот как-то так. А так я люблю вообще кушать медленно и смаковать. Это я люблю так есть, сама люблю. А некоторым это не нравится, слишком много, слишком долго, слишком то, слишком все. Кому не нравится, просто не надо смотреть. И писать не надо, потому что ничего не поменяется. Как было, так и есть. А вот. Вы же тоже не можете поменять свой почерк, правильно? Это то же самое. Ой. Девчонки, я вам скажу. Глина из Бахрейна, это, вы знаете, у него запах. Вот, извините, не знаю, в тысячу раз, в миллион раз сильнее вот этот вот запах такой после дождя. Вот он такой усиленный, даже после побелки, мокрый асфальт, в миллион раз усиленный. Вот просто шикарно. Надо было его побольше привезти, девчонки. Покушаем. Честно скажу, хочется все проглотить. Вот честно. Это у нас Арктика. Красавица Арктика.
Было очень вкусно, очень, просто невероятный вкус красной глины из Бахрейна. Çok güzel tadı. Nem, asfalt koku, badana koku ve yağmur sonrası hepsi beraber karışık olunca. Hem de bu kırmızıda aşırı derecede onlar çok fazla. O tatla ve koku olarak da fazla. Gerçekten valla inanılmaz, çok güzel. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz. Bye bye. Увидимся. Спасибо вам большое. Было очень вкусно. Насыщенный вкус. Пока-пока.